Бизнес-план. Берем дневник, пишем заветную фразу. Встаем к стеночке, присаживаемся. Ставим и... Начинаем работать. Сынок, я думаю, дома ты немного не заработаешь. Иди лучше на улицу. Точняк. Холодно. Сейчас пойдет. Тяжело, конечно, работать. О, первые деньги. Ежуха крутится, лавэха мутится. Это что такое? Не-не, возьмите обратно, я столько $100 принимаю. Че? Вау, хороший улов. Фармим дальше. Да-да, денег у тебя нету. И вижу, у тебя iPhone 14 Pro Max. Жадины. Не дают развиваться малому бизнесу. Оп. А, это билет банка прикола. Ты чё, попрошайничаешь? Иди лучше работать. Я вообще-то работаю. Это не работа. Хейтеры. Так, донатов мало. На хлеб для бати. Бати. Сейчас 100 пудов пойдет. Ну я пока оставлю сюда. Работай за меня. 5 минут спустя. Чё? Хорош. Мам, я покупаю ваш дом. И меня завтра не трогать, у меня выходной.